Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка. Это второй заказ по 9-му каталогу Oriflame. Заказ получился на 133 балла и очень много продукции под заказ. По-моему, практически все под заказ. Итак, начну с самого интересного. У меня в заказе косметичка. Эту косметичку сейчас можно заказать по акции. И она выходит, по-моему, 990 рублей по цене каталога. Давайте ее посмотрим. Заказала моя близкая подруга, поэтому я думаю, что она мне позволит ради вас, как говорится, ради искусства, рассказать, показать, чтобы вы имели представление, какая это крутая косметичка. Качество огонь. Она такая, знаете, ткань непромокаемая какая-то. Бывает у сумок пропитка, что они очень плотные, держат хорошо форму и при этом не промокают. Плотное дно такого бирюзового мятного цвета. И что мне понравилось в этой косметичке, то что она двухэтажная. Давайте откроем первый этаж. Кажется, для дорожного варианта просто супер. Я бы, например, вот верхний этаж положила всю косметику декоративную, потому что здесь много интересных, вот есть резиночек, отсеки с кармашками, и она в этом плане очень классная, то что сложить сюда всю косметику, а в нижний блок положить уходовые средства для лица и, может быть, какие-то вот штучки, которые я обычно беру, и они должны быть всегда под рукой, как масло чайного дерева, например, может быть, средство какое-то от загара, чтобы не сгореть. И тут как раз достаточно места, чтобы вот поместить полностью уход, очищение, крем день-ночь, крем для глаз, сыворотку, и еще места предостаточно останется. Очень хорошее качество. Внутри подкладка тоже мятного цвета, и замочки все мятные. Приятная, очень приятная сумочка. Вот так я ее оставлю, чтобы она нас радовала своим внешним видом. Правда, она такая позитивная. Конечно, когда она наполнится, то будет чуть повыше, все расправится, у нее появится объем. И вот этот вот принт тропический, тоже очень приятно его видеть, да, он классный, просто вот классная хорошая косметичка. Далее у меня тоже в заказе есть очки. Вы знаете, даже не ожидала, что их увидят клиенты. Очки у нас идут на одной страничке. Сумочка Парео, или даже не Парео, а палантин с лимонами, шикарный палантин, и вот такие очки. Давайте их посмотрим. Что мне нравится: в мешочке специальная салфеточка, тоже желтенькая, для того чтобы протереть стекла. Красиво все оформлено, есть металлические вставки. И оттенок, вы знаете, я думала, они будут какие-то бежевые, но здесь как слоновая кость, то есть чуть легкая желтинка есть вот в оправе. А стекла, то есть это не стекла, это такой пластик коричневый, и получается очень эффектно. Давайте я примерю, чтобы вы имели представление, как они сидят. Я себя, конечно, не вижу. Ой, мне кто-то звонит. Сброшу и включу фотоаппарат. Я обычно так делаю, я включаю фото, навожу на себя, вот, и вижу. Слушайте, а мне нравится. Заодно фотку для Instagram сделала. Очень комфортные, легенькие, невесомые, очень удобные. Для меня важно, чтобы очки хорошо сидели, в том плане, чтобы они не давили за ушами, на переносицу, чтобы все было очень комфортно. Давайте сюда летнюю тематику положим, потом все упакую и понесу сегодня клиентам. Да, себе-то я сделала заказ, я посмотрела, в следующем каталоге краска будет без скидки, 700 с чем-то рублей, а в этом каталоге на нее отличная цена, поэтому 9.0. Я взяла две, у меня, конечно, есть еще парочку, но я взяла две, потому что у меня появились клиентки, которые берут именно этот цвет. Если они в следующем каталоге тоже скажут: Лиля, срочно же на краской, чтобы они не переплачивали, потому что, ну, все-таки достаточно дорого, 700 рублей за краску. Я для них уже позаботилась и заранее для моих любимых клиентов приобретаю какую-то продукцию. Я практически про каждого знаю, что любят мои клиенты, и заранее под них могу покупать продукцию со скидкой. Когда они просят, звонят или пишут мне Вайбер, WhatsApp, я сразу говорю: окей, есть продукт, в ближайшие пару дней принесу.
Вот этот момент, знаете, почему важен? Клиент не любит ждать, и иногда нет возможности ждать. Вот представляете, если корни отросли, а тут вдруг неожиданно пригласили на юбилей или на свадьбу, а краски нет. То есть думала, да, еще пару неделек можно походить, особо никто меня не видит, а тут события, ведь не пойдешь с отросшими корнями кому-то на юбилей. Понятно, что если у Лили краски нет, значит нужно бежать в магазин, да, или в салон покупать, ну что придется. Вот чтобы такого не случалось, мои клиенты уже знают, что у меня всегда есть какой-то запас. Вот это я вам делюсь своими рекомендациями, потому что думаю, что это тоже полезно, особенно для новичков. Так, в заказе у меня 4 щетки средней жесткости, вы если заметили, щеточки у нас поменяли свой дизайн, и они стали абсолютно другие. Кстати, я еще новую щетку не пробовала, даже не знала, что она такая классная, нужно заказать, попробовать. У нее интересное очень наполнение, то есть внутри есть силиконовые вставочки, идут они по кругу, и в них тоже еще щетинки. Слушайте, хочется попробовать. 4 средней жесткости и 2 мягкой мягкие для ребенка. То есть вся семья по 2 щетки затарились. Это для клиентки, для моей подруги. Она наши щеточки очень любит и все время их заказывает на всю семью. Ну тушь для ресниц, понятно, я не знаю, почему я заказала одну. Я ее заказала просто впрок, думаю, у меня немножечко есть, и прямо сегодня у меня ее заказали. А я говорю, она у меня есть в наличии, так что буквально вот-вот принесу. Далее, если вы заметили, у нас каждую неделю проходят акции, и вы их можете увидеть в личном кабинете, когда заходите на сайт Oriflame. Какие акции? Ну, например, если вы делаете заказ на 750 рублей, то вам открывается специальное предложение. Если вы то есть делаете заказы от 100 баллов, то вы входите в категорию выгода плюс и можете заказывать с дополнительного каталога, и там скидки до 80%. А также у нас выходят каждую неделю какие-то интересные предложения. И вот в одну неделю у нас была, или даже на несколько дней буквально, была акция на ароматы пион и мимоза. И вот мне заказали сразу 3 аромата, я просто сбросила в клиентский чат информацию, и тут же сразу все заказали. И, кстати, там было выгодно заказывать именно парные ароматы, 2, например, один такой, или 2 одинаковых. Скидка получалась немножечко побольше. Ну, получилось, что 3 аромата, а впрок я брать их тоже не стала. Если вы участник выгода плюс, то как раз вот в каталоге выгода плюс было вот такое масло медовое с блеском, очень красивое, приятного аромата масло. Это вот я пытаюсь размешать блестки, которые внизу. У меня попросила девочка, сказала, что где это масло, она как-то давно-давно его приобретала и хочет повторить. Это масло было лимитированная коллекция, и соответственно купить его невозможно, и представляете, вот оно появилось в распродаже, и сразу мы сделали заказ. Очень классно, я рада, что человек любит продукт какой-то и он может его приобрести. Так, ну здесь у меня просто аншлаг, будете смеяться, но когда скидка на серию Discover, мыло Камчатка у меня в заказе обязательно будет 15 штук. Итак, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это для моей подруги. 2 я взяла себе, и еще здесь куча мыла я тоже взяла себе в запас. Вот 4 с ананасом, я их очень люблю, этот вкус ананасовый, и 4 зелененьких. Райский такой вкус, называется Коста-Рика. Коста-Рика с попугайчиком, тоже очень вкусно пахнет, вот эти мои любимчики. Посмотрела, запас мыла такой стал маленький, такая гора, но 15 штук уедут, остальные останутся дома. И заказала себе любимое жидкое мыло с ирисом и шалфеем. Конечно, я люблю еще мыло
с амброй и лавандой медовая коллекция, она тоже лимитка. Ну, может быть, еще можно будет когда-то его приобрести, но когда оно было тоже в каталоге по акции, я взяла, по-моему, 4 штуки, и вот у меня еще одно осталось новое, и в разных местах в доме стоят, где есть точки помыть руки, там везде стоит жидкое мыло. Но вот этот ирис и шалфей, девчонки и мальчишки, вот кто меня смотрит, вот вы просто закажите хотя бы раз, попробуйте, какой это шикарный аромат. Ну, во-первых, это серия Essence & Co с натуральными эфирными маслами, очень концентрированное мыло, его хватает надолго, 300 миллилитров объем, и, конечно, красивый дизайн, мне нравятся флакончики, они настолько красиво смотрятся в ванной, рядом с раковиной, сразу все так внимание обращают. Ну, видно, что это классно, вообще супер продукт. Но самое главное, вот этот аромат, он настолько приятный, такой нежный-нежный, такой классно пахнет, и долго остается аромат на руках, такой тоненький, просто прелесть. Я удивилась, когда я это мыло выставила первый раз в ванной, но так быстро закончилось, всем понравилось, моим руки мыли, мы с ним купались, ну невероятно приятное. И еще в заказе у меня куча гелей для душа. Смотрите, сейчас же акция идет на гели и на мыло, серия Discovery, поэтому все заказывают по 99 рублей всего гель. Получилось в заказе 5 гелей, это все для клиентов. У меня такой запас тоже разнообразных гелей, я уж не заказываю лишнего, чтобы не было завала на полочках. 5 гелей под заказ. И еще была в заказе туалетная вода Эльве, но она до дома не доехала, ее пришлось отдать по дороге, потому что клиентка уже все заканчивает сегодня работу и уходит в отпуск, и просто не очень удобно было бы опять к ней возвращаться, потому что она прям по дороге из офиса находится. Поэтому отдали Эльве, чудесный аромат, он тоже был у нас по акции в распродаже, по-моему, как раз с этими ароматами. Это было на прошлой неделе, сейчас уже, по-моему, недоступно это предложение. Поэтому что я вам рекомендую, все время мониторьте, какие акции, заходите в личный кабинет, подпишитесь на группу Oriflame, будьте в чатах вашей команды, продуктовые чаты, мне кажется, есть в каждой команде, будьте там, чтобы видеть информацию, потому что иногда такие классные продукты бывают, вот для нас компания делает какие-то интересные акции, запуски, и они настолько вот спонтанные. Например, я сегодня утром смотрю, а у нас в серии Норхен идет распродажа, и там очки, о которых я просто вот давно как бы грезила, и вот сижу теперь думаю, наверное, надо заказывать, потому что вот как будто по запросу я их хотела, такие вот кругленькие. Я, конечно, переживаю, подойдут они мне или нет, но рискнуть, я думаю, стоит, потому что качество Норхен очень хорошее. Вот, все вам рассказала, как обычно постаралась дать максимально информации о продукции. Если какие-то вопросы у вас остаются, пишите прямо в комментариях под этим видео. И кстати, если вы меня смотрите, но вы еще не консультант Oriflame, вы можете написать или мне в комментариях, или заполнить специальную форму, которая в описании под этим роликом, и вы станете участником моей команды, моим партнером. Я вам напишу, расскажу, с чего начинать, как заказывать, как получать максимальные выгоды и всякие необходимые тонкости и нюансы, которые нужны для новичка. Вот, так что приглашаю. А вам всем желаю успехов, классного завершения каталога, мониторьте, очень много интересного в этом каталоге, акции классные. А уже в субботу он закончится, и с него заказывать вы не сможете. Уже в воскресенье у нас стартует каталог номер 10. Я вам всем желаю успехов и до новых встреч. Пока-пока!